Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Сегодня я хочу вас познакомить с пряжей, которую нам предоставил магазин пряжи Бобинки.ру. Ссылку на магазин вы можете увидеть под этим видео. Магазин Бобинки.ру занимается исключительно итальянской пряжей. Так вот, эта пряжа называется Free, 100% меринос, тоненькая, нежная, аккуратная ниточка. По толщине немного более чем катушечная. Очень приятно даже дотрагиваться до тела. Хочется связать что-нибудь и носить эту вещь. Для того, чтобы узнать, как эта нитка будет выглядеть в изделии, обязательно нужно провязать образец и выстирать его, чтобы смыть промышленный парафин, которым обрабатывается нитка на производстве. Давайте сейчас провяжем образец и посмотрим, как он будет вести себя в дальнейшем. Образец провязываем на вязальной машинке Silverit 840. Поскольку нитка очень тонкая, вяжем на первой плотности. Вообще без усилий, не петляет, петли не слетают. То есть мягкая, эластичная, нежная ниточка. И легко вяжется. Видите, как она стягивается к середине, то есть растяжение на машине очень сильное. Для того, чтобы увидеть реальный размер этого полотна, то есть у нас достаточно большое количество петель, но стяжка очень сильная за счет того, что нитка тонкая и пряжа дает усадку. Поэтому обязательно, прежде чем вы будете что-то вязать, нужно дать пряже полежать немножко и, естественно, ее выстирать. Только после этого она примет свой реальный размер. Если вы не сделаете этого, то рискуете ошибиться с размером. После того, как полотно постирали и отпарили, оно сильно садится в ширину. Обязательно, прежде чем вы будете вязать, нужно провязывать образец. Причем образец большой, потому что, видите, вот такое достаточно маленькое полотно, 40 петель, 40 рядов. Получается вот такой маленький образец. Выглядит полотно после того, как оно высохло, как вязание третьего класса. Очень тонкие, маленькие, нежные петли. Полотно нежное, аккуратное. Нет перекоса, это тоже очень, очень важный момент. И если вы хотите качественную вещь, натуральную, которая не будет скатываться, не будет мяться, будет выглядеть как эксклюзивно, приглашаем вас в магазин Бобинки.ру за пряжей, а также ждем вас на нашем сайте Изба Вязальни, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Нажимайте, пожалуйста, кнопочки «Нравится», «Поделиться», приходите в магазин и на наш сайт. Ваша Наталья Некрасова.